Эхо недели в эфире ОРИН-ТВ. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня руководитель благотворительного фонда Наталья Толмачева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о волнениях, которые возникли в связи с поправками в закон об некоммерческих организациях. Вот очень много волнений как раз со стороны благотворительных фондов озвучивали на этой неделе, в том числе предлагают изменить на следующей неделе. Все-таки чем опасны эти вот поправки? Какие опасения они вызывают у представителей вот именно благотворительных фондов? Нас закручивают гайки, сажают на короткий поводок. Потому что если сейчас более расширенно вот этот закон пропишут, внесут эти поправки, то, в принципе, любая благотворительная организация, да и в целом организация, которая помогает там, детям, старикам, животным, могут попасть под иностранный агент и в итоге лишиться как бы, возможности заниматься своей деятельностью и оказывать реальную помощь тем, кто нуждается. Потому что, когда начинаешь читать вот эти различные статьи, да, и то, что политическая деятельность – это деятельность, которая, там, ты занимаешься, например, там, участвуешь в каких-то акциях, имеешь, критикуешь, например, какой-нибудь закон, да, участвуешь в публичных слушаниях или еще что-то, уже приписывается политической деятельности, возможно, тебя там в перспективе отнесут к этому иностранному агенту. То есть в корне как бы вообще не соглашусь с этой формулировкой, потому что фонды, они не только, да, помогают, там, собирают деньги, но в то же время мы тоже влияем на институт гражданского общества. То есть также мы можем выносить какие-то свои инициативы, да, потому что, может быть, какие-то, не говорю, что законодательные инициативы, но, может быть, там, свои поправки точно так же, какой-нибудь закон, который, например, там, закон о благотворительности или поддержке социально-некоммерческих организаций, то есть те законы, которые касаются именно нашей работы. Но все-таки вот понятие иностранный агент, вот что в нем пугающе? Помимо самого его названия, да, это уже какой-то шпион, ну, та сама терминология, она довольно, ну, такая грубоватая, я бы сказала. Все-таки, ну, чем оно так опасно? Может быть, все-таки можно существовать и в этих условиях, или нет все-таки? Ну, я просто сравнивала понятие, да, там, иностранный агент как за рубежом, то есть у них там конкретно, то есть это организация, которая получает финансирование за рубежа, действует в интересах именно там зарубежной стороны, отстаивает ее интересы, участвует в их акциях. А у нас же наши чиновники пошли дальше, они в этот иностранный агент внесли все, что можно, да, вплоть там, я не знаю, до какого-то контроля, потому что я говорю, если я с волонтерами захочу пойти в какую-то больницу, да, и посмотреть, как там ухаживать за теми же детьми, ну, то есть отчасти проконтролировать, то есть это тоже уже получается нарушение, и, то есть тоже возможно мне какое-то предписание. То есть это грозит тем, что, во-первых, это могут будут наложены какие-то большие штрафы на организацию в первую очередь, опять-таки могут быть суды в дальнейшем, да, но в итоге там, вплоть до закрытия фонда, скорее всего, потому что фонд закрывается по решению суда. Вот, поэтому очень обидно, когда люди вкладывают туда, во-первых, свою душу, да, работают в таких организациях круглыми сутками, да, в ущерб своей семье, своим детям, потому что звонки от нуждающихся там, больных детей, от их родителей поступают круглые сутки, и ты не можешь взять ни телефон. Это не такая офисная работа, как у людей, там, обычных клерков с 9 до 6. И ты работаешь здесь, как правило, с человеческим горем. То есть ты очень много пропускаешь через себя, и ты, да, как выступаешь каким-то в то же время гарантом, что ты соберешь эти средства, и вот этот ребенок, которому нужна там та же реабилитация или лечение, будет все-таки туда направлен. Но вот иностранный агент, да, сейчас это активно вот они обсуждают, чиновники хотят привнести его довольно широко в нашу жизнь и распространить на большее количество организаций. На твой взгляд, для чего это делать? Это все-таки какая-то намеренная политика, чтобы убрать с рынка вообще эти организации? Или вот для чего? Или какой-то, не знаю, чтобы они не говорили, они молчали? Ну, возможно, да, потому что, может быть, наши люди, которые сидят наверху, чего-то опасаются, да, каких-то волнений, которые привели там в перспективе очередной Майдан, да, что тоже все началось с общественной организации тогда и вылилось вот в это там стояние. Вот, может быть, этого опасаются. А в то же время я все-таки, люди, которые работают там, сидят в кабинетах, да, они
на самом деле не видят все вот эту вот работу, которую проделывает НКО, то есть они-то работают с людьми на земле, и то есть, возможно, все вот эти тонкости они не знают и, может быть, думают, ну, станут там, может быть, меньше на несколько фондов, да, ничего от этого не произойдет. А на самом деле, если начнут страдать там всероссийские фонды, которые, ну, реально помогают, и работа среди фондов конкретно поделена, кто-то там занимается конкретным заболеванием, там, онкология головного мозга или порог сердца, кто-то помогает взрослым, кто-то старикам. И если начнут страдать они, конечно же, и волна докатится до нас. И пострадают, опять-таки, в первую очередь дети и те, кому нужна помощь. Угу. Ну, вот сейчас фонды благотворительные на территории, скажем, Оренбургской области уже чувствуют какую-то вот эту вот руку, когда, ну, не знаю, сдавливают вас, что-то не дают, где-то проверить? Вот уже какие-то есть? Не, пока что, слава богу, мы это не чувствуем. До нас это пока так не докатилось. А наоборот, как-то у нас в последнее время, ну, я говорю, за свой фонд у нас получилось там, ну, опять-таки, это просто к другой теме, да, мошенничество, что мы, наоборот, как-то сработались там с органами прокуратуры, с органами полиции, с Министерством соцразвития, потому что тема волнует она всех, и, опять-таки, решения этой проблемы тоже, как оказывается, нет у нас. Вот. Но если, я говорю, волна вот эта пошла в Москве, я говорю, она дойдет и до нас. Но, слава богу, то есть вот недавно вышла статья, что представители известных благотворительных фондов, там, например, как «Обнаженные сердца», фонд Хабенского, фонд «Подари жизнь», «Линия жизни», они обратились с открытым письмом президенту, чтобы все-таки вот это вот понятие политической деятельности, они пересмотрели наши депутаты, чтобы как-то вот поменяли, чтобы все-таки те фонды, которые работают давно, уже с именем проверенные, они не пострадали от этого. И я думаю, что, ну, дай бог это услышит, и мы выдохнем после этого все. Ну, вот у нас за последнее время очень много обращений к Путину. Там, кто по Злухскому бору писал петицию, кто пишет по поводу ЕДК, кто по дорогам. Кто... У нас, кроме президента, у нас вообще не работает система. То есть у нас же есть как бы и местные органы власти, у нас есть губернатор, если, например, да, на территории Оренбургской области какая-то проблема такого характера. Ну, вот почему вот так вот не срабатывает система, на твой взгляд? Что нужно написать вот только Путину и ждать от него ответ там отмашки? Ну, я думаю, что все привыкли к кнутам и пряникам у нас в России всегда, да, и все-таки, что говорить, что всегда вот эти обращения к Путину, они выстреливают. Вот сколько людей не писало, да, не только там с нашего региона, но и с других, если это доходило там до администрации президента, потом как бы все это очень быстро возвращалось и проблема решалась. Да, возможно, может быть, у наших местных чиновников больше дел, да, какие-то первоочередные. Поэтому не всегда есть времени, там, у них же тоже есть свой график, который расписан, не всегда есть времени уделить там какому-то человеку, а людей много просят, много, штат небольшой. Вот как раз таки, если уж касаться темы «просят много», да, все прочее, Минсоцразвитие, да, Министерство здравоохранения, потому что очень много помощи просят именно медицинской или там помощи именно там, не знаю, с каким-то имущественной, да, с инвалидами работа. Почему не дорабатывает эта система? Почему Министерству действительно на тех, для кого они, собственно, работают, не хватает времени, что вынуждены подключаться благотворительные фонды? Но я хочу сказать, что у нас все-таки в регионе не так все плохо на самом деле, потому что это я говорю за Министерство здравоохранения, потому что мы плотно с ними, да, работаем. По крайней мере, мы не собираем там на лечение, на операции, которые именно там нужны в России детям, потому что все у нас все-таки идет за счет федерального и местного бюджета. И то есть, когда я вижу, что, например, там ребенку с пороком сердца или с онкологией собирают деньги на операцию у нас здесь, да, именно там, чтобы Россию пролечить, у меня большой вопрос, насколько это правдивая информация, и на самом деле нужны эти деньги, потому что все это проплачивается. Другой вопрос, да, например, ты же ребенок ДЦП, ему нужна реабилитация, то есть один раз в год он может ее пройти бесплатно, а там, ему нужно как минимум 3-4 раза в год. То есть наше государство, оно не в силах, да, там, оплатить каждому ребенку. У нас порядка там 8 тысяч инвалидов в области, детей, там, из них 1200 или сколько-то ДЦП, то есть, ну, вот, не в силах, потому что, во-первых, курс реабилитации стоит, как правило, за 100 тысяч рублей, и в основном это частные центры. А, то есть не все работают, опять-таки, по МС, да, там вот эти частные центры, и родители вынуждены сами где-то вот искать и обращаться к нам. Опять-таки, тоже касается лекарств. В принципе, у нас все предоставляется таким детям, но, опять-таки, здесь вопрос, если лекарства зарубежные, да, то есть, например, у нас был такой опыт,
Сабрил препарат, он был в Германии. То есть здесь министерство не могло как бы его там заказать. Мы сами, то есть его собирали денежку, купили девочке вот этот препарат. Ну, то есть если теперь вы будете такие действия предпринимать, вас будут считать иностранными агентами, вам, по сути, будут выписывать штрафы, если вы сразу сами не заявитесь. Я правильно понимаю? Ну, скорее всего, этот механизм? Может быть, и да, то есть если, но у нас в нашей организации нет валютного счета и финансирования там из-за рубежа мы не получаем, но опять-таки, даже если, например, я так думаю, если кто-то там захочет нам пожертвовать денежку, например, там с той же Белоруссии, может быть, да, там, или там с Чехии, не знаю, там, ну, откуда-то из-за границы, то есть обычный человек, там, $1, например, то, скорее всего, уже все, это иностранное финансирование у нас тоже, наверное, можно будет рассмотреть, как вот... Но много фондов у нас в Оренбурге, которые работают именно, вот, ну, пусть не в полном объеме, но работают с иностранной валютой, там, иностранными клиниками, что их можно вот, перечислить. У нас в области всего 25 благотворительных фондов, то есть в городе, наверное, порядка там, 10, и, скорее всего, с валютой вот так вот никто не работает, потому что у нас какой опыт именно по валюте, мы собираем все деньги в рублях, то есть у нас был такой опыт до 2012 года, вот, и мы эти деньги переводили маме, то есть там по договору, мама уже переводила валюту и тогда уже там оплачивала в клинику, вот так вот у нас было, то есть у нас не проходили вот эти валютные деньги, вот, как бы мы себя, может быть, вот страховали в этом вопросе, но у нас был договор с мамой, чтобы она нам все документы привезла, за все отчиталась и все. Но это только у вас, а вот вы общаетесь же с коллегами из других фондов? Местно-региональные? Да, местно-региональные. То есть, ну, как правило, у нас в городе может именно с деньгами работать там 2-3 фонда, то есть это вот представители Русфонда, там фонд «Помоги детям» и мы, получается, то есть кто так, ну, активно с деньгами работает, но все мы работаем с рублем, то есть мы себя, мы как бы не это. Не настолько мы, наверное, большие, не настолько мы глобальные, и все-таки мы нацелены на нашу, на свою аудиторию, на наш город, а люди тут у нас получают зарплату в рублях все. Ну, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, и прямо через пару минут мы продолжим говорить о новшествах, которые могут появиться в сфере некоммерческих организаций, в том числе и благотворительных фондов. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Это программа «Эхо недели», и мы продолжаем. Напомню, у нас в гостях сегодня руководитель благотворительного фонда «Наши дети» Наталья Толмачева. Наталья, ну вот мы говорили о том, что могут вам, я имею в виду благотворительным фондом, ну, в общем, приписать, так сказать, политическую деятельность. Хотя вот вы опасаетесь этого. Вот что вас именно беспокоит? Что вы не сможете законы какие-то, да, участвовать в принятии законов, там, митинги какие-то, выходить, там, обращаться к власти? Именно это пугает? Да нет, не столько это. Пугает то, что, возможно, может быть, какие начнут, как всегда, нас проверять всех и вся, придут какие-то проверки, всегда есть там, к чему придраться, будь ты идеальный фонд, если нужно, придерутся, найдут всегда. И то есть понятно, что когда ты там работаешь, ну, за спасибо, то есть я руководитель-волонтер, то есть и когда там тебя еще закидывают этими проверками, то есть оно желание всегда пропадает. И в то же время пострадаем, то есть не может быть там не я, не там не то, что мы какие-то законы там не несли, а пострадают в первую очередь дети, потому что у фонда уже есть как бы имя, есть своя репутация, есть уже конкретные, можем показать все результаты, что за столько-то лет мы столько-то детям помогли, а поток он не иссякает, как и шли дети, так и шли, потому что очень много с области сейчас обращений. То есть опять-таки пострадает тот, кому на самом деле нужна помощь. Но все-таки руководители крупных благотворительных фондов, да, они в своих, в общем-то, комментариях к этому закону, к этим поправкам, о которых вот сейчас очень много говорят, все-таки писали, что если им поставят вот эту, оставят эти поправки в силе, и они просто не смогут даже говорить власти ничего, они не смогут что-то высказать. А сейчас много высказывают благотворительные фонды, не знаю, выходят на митинги, пишут письма, требуют, участвуют в законах, там, да, в принятии законов. Вот на самом деле это так? Вы вот следите за этим? Ну, если брать именно всероссийский опыт, именно федеральный, ну да, очень, ну не то, что многие, а именно ведущие фонды, да, то есть они, во-первых, руководители, часто там члены общественной палаты, какого-то совета, то есть они всегда в этих слушаниях тоже участвуют. То есть опять-таки вот недавно там обсуждалось, чтобы родственников впускали в реанимацию, да, что вот этот вот закон. Потом опять-таки Вова Берхин, фонд предания Москвы, они с общественной палаты, то есть опять-таки поднимали эту тему мошенничества, чтобы хоть как-то там можно было повлиять на эти лжефонды. То есть
кто-то там по импортному замещению, то есть опять-таки, что опять, хоть оно у нас есть, это импортное замещение, но оно работает в целом не очень хорошо, потому что все равно очень много, хорошие именно лекарства и оборудование, касающееся вот тяжелых онкобольных там людей, да, кому там паллиативная помощь нужна, они все-таки за рубежом. И опять-таки, тот же фонд Вера, они очень много работают в этом вопросе, и очень много специалистов именно со всей страны и с Москвы отправляют именно за границу, чтобы люди научились вот этим всем наукам, да, как правильно ухаживать за больным человеком, как оказать помощь. Я думаю, что и это, наверное, запретят, что если обучались. Ну вот вопрос об отношении власти. То есть вот сейчас приходилось ли вот вам, на региональном уровне, вам, вашим коллегам с благотворительных фондов, вот обращаться к нашей власти, чтобы, не знаю, там, митингом или участвовать в законах, что вот так нужно на территории области принять. Выходили с такими предложениями? Мы лично не выходили, но выходил другой дружественный фонд, то есть тот, который занимается у нас именно там опекой, усыновлением, сиротством. Я знаю, что они даже разработали закон, они его выдвигали не через нашу правящую партию, а через оппозицию. Я так поняла, что на слушание очень много людей не пришло, и то есть я так поняла, что в основном не там. То есть да, там они обсудили своим узким кругом, там попытались что-то выдвинуть, но поддержки какой-то там и, может быть, каких-то там решений, поправок, ничего этого не было. Но получается, сейчас власть тоже препятствует тому, чтобы это вас слышать, я имею в виду благотворительные фонды, вот в полном объеме. Потому что, насколько я знаю, некоторые благотворительные фонды даже просили о проверке детских домов. Ну, то есть такой общественный контроль, угу. Да? Почему нет? А власть отказывает в этом. Опять же, вот этот момент как раз будут расценивать как участие в политической деятельности, наверное, да. Да, и как иностранный агент, то есть вы работаете на какую-то другую страну, угу. Не Россию. А зачем ты пошел в этот детский дом, да? Может, у тебя какие-то свои там цели, может, его за границу хочешь увезти. Очень тяжело. С одной стороны, мы недавно радовались тому, что власть хотя бы нас там стала слышать в том плане, что поддерживать наши акции, да, там, не знаю, мы там стали членами общественной палаты, да, кто-то, не знаю, кто-то вошел там Общероссийский народный фронт, там, представители общественных организаций. Нам стали пускать там на заседания с комитетов, да, там, законодательного собрания. Можно запросто там поучаствовать в мероприятиях, уже хотя бы стали, мы стали знать, какие у нас есть мероприятия, какие есть законы поддержки. Уже мы этому благодарны, то есть мы даже не просим финансовую поддержку. Конечно, это было большим подспорьем, но, к сожалению, пока что у нас этого особо не развивается. А тут раз и такой как бы закон, и если его принят на федеральном уровне, конечно, его и будут исполнять и на региональном уровне. Что нужно в первую очередь сейчас сделать так, чтобы, ну, и было удобно и благотворительным фондам, и тем, кому помогают они, ну и власти, которые, там, не знаю, хочет контролировать все или не допускать никуда. Вот что вот вы, как руководитель, считаете первой необходимостью сейчас предпринимать? Ну, я, во-первых, скажу так, что, наверное, те законы, которые у нас есть о благотворительности, чтобы они начали реально работать, тот же закон региональной поддержки СО НКО, который у нас есть и принят, но на деле он особо, если честно, не работает. То есть где прописана имущественная поддержка, финансовая поддержка, информационная поддержка для таких организаций. То есть у нас, в принципе, в городе не так много там тех же благотворительных фондов и общественных организаций, которые реально работают. Есть очень много организаций, которые реально на бумаге, которые, может, когда-то что-то делали, но они до сих пор там есть, и мы про них ничего не знаем, не слышим. А кто реально работает, их видно, слышно, и про них все друг друга знают, мы уже общаемся. В то же время, опять-таки, нужно, может быть, именно больше вести диалога с нами, то есть именно те проблемы, которые нас волнуют. Например, меня как руководителя фонда волнует тема мошенничества. Хоть и мне дали понять, что дело рук утопающихся, да, самих там утопающих, спасения. У нас, например, ни на федеральном уровне, ни на нерегиональном нет никакого закона, который бы регулировал именно там систему сбора частных пожертвований там, в торговых центрах или там, не знаю, магазинах. То есть, в принципе, у нас любой может этим заниматься, вот, а проверить до конца, то есть дошли эти деньги, не дошли, то есть это не предоставляется возможным. Вот, то есть, опять-таки, такого у нас закона вот нету. То есть, это была ситуация с вами, когда с нами, от вашего да. имени собирали деньги, люди непонятно куда. Да. Но все-таки понятно, вы хотите изменить в таком ключе. Угу. Но я бы хотела еще поговорить на одну тему, да, касающуюся темы благотворительности. Вот у нас появилось новое веяние угу. за последнее время. У нас стали все чаще благотворительные спектакли проводиться.
еще благотворительные фильмы сейчас появились, кинопоказы. Как вы к этому относитесь? Вот это хорошее как бы, такое направление? Хороший вопрос. Ну, во-первых, это делают люди, которые, ну, уже как бы состоявшиеся, да, и у них есть тоже свое имя, своя репутация, они там в бизнесе, не знаю, еще где-то состоялись, есть поддержка. Но это люди, которые все-таки немножко, может быть, далеки от благотворительности, потому что все-таки занимаясь фондом, то есть ты им реально живешь, ты каждый день занимаешься там обработкой этих запросов, этих там отчетов собираешь, там контролируешь эти смс-ки, деньги все эти. Вот. Но мне самое важное, что те средства, которые они собрали, да, за счет вот этих благотворительных показов, они дошли до конечного потребителя. То есть любые методы, в принципе, хороши для сбора денег. Вот, это просто одно из нововведений таких, потому что, в принципе, это активно есть и в Москве. Вот, там тоже различные благотворительные у них спектакли, и показы, и вечера, и балы. Но, как правило, это проводят благотворительные фонды, которые уже состоялись, то есть и все деньги перечисляются именно в благотворительный фонд, а он уже потом распределяет, то есть таким гарантом тоже выступает. Но не кажется ли вам, что у нас в СМИ немного изначально, когда задумывались благотворительные показы, они не сменили свой вектор? То есть изначально, когда люди шли, они знали, отдав деньги за билет этого показа, они пойдут конкретно, вот тогда в первый был, собирали на лифт, да, здесь мы с опорно-двигательной, с проблемами опорно-двигательного аппарата. А, там второй раз они тоже целевые какие-то были. В третий раз получилось так, что люди шли, они отдавали деньги, а вот на какую цель благотворительную не знали. То есть когда собрали деньги, потом уже объявили, ну, мы вот на это потратим. Не кажется ли вам, что вот этот вектор, он сменился, и уже, ну, это больше похоже на шоу? Ну, это, конечно, не очень корректно по отношению к тому, кто дает денег, потому что люди, даже если жертвуют 10 рублей, они хотят быть уверены, чтобы они, ну, дошли, да, потому что для кого-то, может, 10 рублей – это большие деньги. Вот, отчасти, да, может быть, это превратилось в какую-то тусовку, потому что, когда ты смотришь, кто там выступает, да, то есть это в основном все известные люди нашего города, там, депутаты, те же самые представители бизнеса и, не знаю, там, еще каких-то там организаций. Вот, отчасти это, может, превратилось в какой-то самый пиар, потому что люди знают, что придет много телеканалов, придут там интернет-издания, все это осветится, все лишний раз осветится, почему бы и нет. В то же время можно было просто там прийти, деньги перечислить в тот же фонд, да, там, не пиарить. Но опять-таки люди разные, кому-то, ну, кто-то делал для пиара, это не запрещено. То есть у нас в основном в фонде такая практика, что, в принципе, как-то так сложилось, те люди, которые с нами уже давно, из года в год, наши попечители, они не очень любят телевизор и огласки, то есть они, наоборот, говорят, что не нужно говорить, что я попечитель, вот я тебе помогаю, вашему фонду, я и буду помогать. Вот, я говорю, еще раз повторюсь, чтобы самое важное, чтобы дошли до потребителя. Но в то же время, если на всеуслышание они там заявили, что деньги идут туда, 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 то никто не запрещает просто позвонить и удостовериться, да, куда эти деньги. То есть попросить, может быть, ту же выписку из банковского счета, куда были переведены эти средства. Кому. То есть кто может контролировать? Вот любой человек, кто положил деньги, да, на счет фонда, он имеет право проконтролировать? Имеет право. Почему? Он сделал пожертвование. То есть он может, я, например, хочу удостовериться, куда там эта 1000 рублей ушла. То есть нам очень часто приходят такие вопросы, даже когда люди жертвуют смс-ки, а там, блин, там просто не пишут там Иванов Петя, то есть там просто номера приходят нам скриншотом и все. То есть ищешь этот номер и говоришь там, дошел, не дошел вот этот платеж. Или там просто приходит 100 рублей со словом пожертвования, и я не знаю, от кого оно пришло. То есть я просто объясняю, что поймите, что к нам на счет не только целевые пожертвования приходят, но и просто денежки приходят. Но в то же время мы их распределяем, там, кому в первую очередь нужна помощь. То есть проконтролировать, кто организацию, это налоговая всегда контролирует благотворительный фонд, это юстиция, это прокуратура. Но опять-таки никто не запрещает человеку, пожертвующему деньги, позвонить в фонд и узнать, куда она была потрачена, эта денежка. Ну, на этом у нас время закончилось. Спасибо за интервью и надеюсь, что вы не будете иностранными агентами и впредь будете помогать нашим оренбургским детям. Это была программа «Эхо недели». На этом мы прощаемся с вами. До встречи.